Приветствую всех, друзья! С вами Черный Металл, и это у нас обзор Джагва Металл. В серии также я выложу, чтобы вы могли поподробнее ознакомиться. Смотрите во всех плейлистах. Что ж, давайте об игре. Она, да, напоминает Dream World, но без одной особенности. Здесь нет такого, что упячил, спрендил, пошел, подожжег, все. Можно вместо нормальных баррикад использовать, к примеру, от противника вот эти вот здания. То есть через них здания нельзя пройти. Есть клумбочки, есть фермерство, есть даже овцеферма. Ну, правда, у меня строят овцы появляются сами. Я думал, тут овцу надо будет вылавливать где-то по карте. Но, блин, так сделали. Пшеничные фермочки, различные интерьерные условия, всякое разное. Также есть прокачка персонажа. У каждого персонажа здесь есть также возможность поднятия уровня от того, что он выполняет какую-либо задачу, и поднятие различных, друзья мои, навыков, которые дают определенные бонусы и преимущества. Я когда-то говорил, в Dream World был такой мод, но он почему-то глючил с другими. Очень фигово, короче, работал. В общем-то, вот такие вот пироги по поводу персонажей. Каждого персонажа вы можете экипировать отдельно, броню, оружие. Богатое дерево исследований, довольно-таки, я вам скажу. Я думал, оно гораздо меньше, но здесь оно очень богатое. Просто колоссальное. Каждая дает какие-либо преимущества. Я не знаю, здесь есть автотуры или нет автотуры. Или... Есть также ритуалы. Колдовство даже, да, здесь есть колдовство. И вот такое вот. Секретные штуки-дрюки. Я так до них не дошел, сорян. Ай. На карте у вас на базе разбросаны различные, как вы можете посмотреть, ресурсики. Также есть глобальная карта, по которой вы можете также ползать и изучать. Ну, к примеру, давай куда-нибудь тут отправимся. Скорее всего, здесь не сдохнем. Мы создаем отряд и его отправляем, к примеру. Вот сбор ресурсов. Пошли, ребята. Загружается карта территории. Карту территории вы потом увидите. Я лучше в бой так пойду. Автобоем не буду пользоваться. Черт его знает, что там у них может быть. Там вроде врагов-то немного. Все. Готово. Что мы там? Давай посмотрим, пособирали. Ага. Еды. Убили двоих. Ну, в принципе, я думаю, здесь и автобоем можно справляться. Это очень удобно. Я, кстати, не помню, в Римворде есть автобой? Наверное, нету. Так. Сюда отправим тоже наш отряд. А, сейчас они вернутся на базу. Так, все. И теперь сюда. Ну-ка, автобой попробуем. Считал, что мы нашли. Они еще опыт могут поднять. Карты, друзья мои, хватит. Думаю, всем. И ну тут конец, короче, ее. Исследуй, не переисследуй. То есть различного уровня враги, как ты видишь. Показана же добыча, которую ты можешь найти. То есть, ну, в принципе, интересно даже. Вот, что же получше. Камень, металлолом. Дальше, кому интересно, как на базе добывать ресурсы. Тут, насколько я понял, делаются карьеры. Если посмотреть ветки. На базу пойдем. Я не помню, где ветки именно здесь, в исследовательской. Я видел карьеры. То есть карьеры предоставляют вам бесконечное количество ресурсов. Ну как бесконечно. Вы можете с ними тут. Что-то поймешь.
Я не помню, где, честно говоря. Вот тут осматривал вот это вот всю ботву. Тоже не то. Да, различные виды оружия. Стоп. Управляемое снайперское. Погоди, а тут может турель есть? Вот лучевая пушка. Ледяная граната. Снайперка, миномет, винтовка. Не-не-не, это все не то. Открывает, а вот. Шахта кровавых рубинов. Так, шахта у нас здесь пошли, да? Стекло. Так, генератор силового поля даже есть. Гиперные матрешки, ну, блин, нихрена себе тут. Да, тут, кажется, тут еще в эту игру играть и офигевать от того, что есть. Алюминий, ёпал, тут еще и ресурсов целая тонна нужна. Как вы можете посмотреть, тут дофига всего есть. Здесь у нас что? Скорость строительства. Ага. Костюм интересный, открывает. Ферма. Да уж, тут, друзья мои, дофига всего. Что есть враги, что есть в игре за враги? Ну, это, к примеру, демоны, зомби. Дорог зомбики. Привет, демоны. Также можете прогуляться, в принципе, по городам, поизучать там, ну, попытаться спасти выжившего, поискать ресурсы. Ну, правда, выжившего я что-то не нашел, так я не помню, как его искать. Может, это ушка была. Поискать разведчиков, чтобы на вас не нападали. Много всего. Давай, иди. Так, пойди. А что у меня пауза тут вдруг наступила? Не понял. Ага, все, вижу. Так. Вот этого сразу. Так, ты давай вот. Вы сами запинаем, вот этого иди пинай. Так, отступай. Так, вы вдвоем. Есть еще кто? Так, ты идешь, блин, ты еле жив. Так, хорошо. Да, блин, там же нет скотина. Ёлки-палки. Этого. Так, тебе надо как-то атаковать жнеца. Нет, стой здесь. Ну ладно, надеюсь, мы выдержим немного. Так, хорошо. Ты сюда атакуй. Ты атакуй, да, вот этого. Тебе... Да, этим двоим сейчас справиться. Этого давай. Ученый, домой беги. Но когда будете гулять по городу, можно встретить опасность, которая, к сожалению, плачевно для вас закончится. Пожог мой интересный. Идешь сюда. Так, ты у нас с пикой идешь сюда. Ты идешь туда. Туда. Да нифига там. Вы уверены в этом?
Я вот что-то сомневаюсь. Так, убиваем этого сразу. Либо затупить, как я умудрился. Не обратил, не заметил то, что на меня шло нападение. В итоге не вовремя скучковался, но привел народ. И в итоге вот что получилось. Вот я только что обратил внимание, что на меня идет нападение. Какая прелесть. И это мне как, фатально закончится или нет? Так, народ, бежать сюда. Если правда, вы, блин, успеете. Не, не успеют, их убьют. На один готов. Ах ты скотина, а ты тут делать? Ладно, попробуем отбиться. Дойди. Дойди. Как-то я прошляпил, слушай, этот момент. О, каюк, каюк, каюк. О, блин. Прошляпили. Вот, вкратце вам вот такая вот игра. Вам судить, вам оценивать. По-моему, продукт был хороший. Не уступает ничему, но на него не было обращено должного внимания большинства ютуберов популярных. Точнее, им не заплатили за показ данных видео. Вот игра и ушла в простой. К сожалению, до сих пор остается дело в том, что только у популярных ютуберов на каналах люди в основном покупают потом после их обзоров игры. И, извиняюсь за выражение, даже на довольно-таки плохие игры они делают хорошие обзоры. Но умеют, чего сказать. Бизнес есть бизнес. Что ж, вот такая вот игра, друзья мои. Довольно-таки хорошая, приятная. Если бы я знал ее, я бы, ну, вместо RimWorld поиграл бы лучше в нее. RimWorld, типичная игра. К тому же она у меня на канале как-то сильно не зашла. На риски нападения, может, когда-нибудь оценятся, но, в принципе... Как-то так. Что ж, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До встречи в новых обзорах.